5 человек погибли с начала года в результате пожаров. Всего за 7 месяцев в области произошел 321 пожар. Это по сравнению с прошлым годом больше почти на 6%. Материальный ущерб составил 17 миллиардов 450 миллионов тенге. В результате пожаров погибли 5 человек, 13 получили увечья. Кызылорда қаласы бойынша жалпы саны жыл басынан 138 өрт оқиғасы орын алды. В Кызылорде с начала года зарегистрировано 138 пожаров. На объектах 14, в частном жилом секторе 85, на автомашинах 30 и 5 лесных и степных пожаров. Пожары чаще возникают из-за замыкания электропроводки, из-за детей, оставленных без присмотра, из-за небрежного использования огня. Причина лесных пожаров – следствие безответственности отдыхающих. К примеру, оставляют непотушенными окурки.